Україна зможе відмовитися від кредитних грошей Міжнародного валютного фонду, але це буде після завершення нової трирічної програми. Так вважає міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, економіка України має всі шанси за 3 роки стати самодостатньою. Тож, пане Єгор, поки Володимир Шевченко запізнюється, у нас є з вами більше часу обговорити всі питання. Як ви вважаєте, яким чином нам вдасться все ж таки відмовитися від цієї програми в майбутньому? Вы знаете, я когда слышу вот эти вот обещания нашего нового правительства, там премьер-министр наш Гончарук выступает, мы поднимем экономику на 40%, сейчас Маркарова заявляет, что мы через 3 года откажемся от подачи КМВФ. Это же абсурд. У нас, в принципе, национальный банк и наша экономика, она не рассчитана на то, чтобы мы не брали заимствования извне. Мы полностью погубили нашу экономику. Каким образом мы должны отказаться от кредитов МВФ? У нас национальный банк работает совершенно по-другому, чем в других цивилизованных странах. Мы не можем имитировать свои деньги. Мы не имеем такого права. Так как в Европе, допустим, они могут напечатать деньги под нужды правительства. А мы сталкиваемся каждый раз с абсурдной ситуацией. Чтобы построить в Украине дорогу из украинского щебня, из украинского битума, из украинского песка, украинскими руками, просто рабочими, мы должны взять кредиты за границей, привезти их сюда, взять их под процентом, допустим, под там 5-10%. И тогда уже здесь их обменять, эти доллары или евро на гривны, и построить дорогу. Это абсурд. Нам нужно поменять в корне вообще систему банковскую, чтобы мы, как в других развитых странах, могли печатать деньги под нужды нашей экономики. Не просто напечатать, да, чтобы у нас была там гиперфляция, как сейчас вот перекрывается Национальный банк. Мы, мол, держим инфляцию, поэтому мы не можем печатать свои деньги под нужды правительства. Если мы построили, напечатали денег, построили дорогу или построили завод, или построили новую школу, детский сад, эти деньги обеспечены уже этими постройками, этими инфраструктурными объектами. Поэтому единственный способ отказаться – это изменить банковскую систему. Но у нас банковская система, она нам не принадлежит. Национальный банк наш, он не подконтролен. Кому она? Она – это филиал Федеральной резервной системы. По-моему, это ни для кого не секрет. Поэтому руководство Нацбанка, оно никому не подконтрольно, никому не отчитывается. Поэтому у них своя игра. Они играют по своим правилам против Украины. Наш Национальный банк, единственная функция его – это обмен валюты. То есть наши производственники выводят… Такие себе великий обмен валют. Большой обменник, да. Единственная его роль заключается в том, что когда наши промышленники вывозят ресурсы за границу, оттуда получают доллары, сдают Национальный банк, оттуда забирают гривны. Промысловцы, вы имеете на увазе, это металлургия на самом деле. В основном металлургия, мы же больше ничего не производим. Металлургия, ресурсы, что мы еще отправляем? Лес в Европу отправляем, все, больше ничего. Вот это единственная функция. Это единое постачание, ну, джерело постачания валюты, скажем так. Ну, не единственное. Сейчас основным источником доходов валюты, это являются наши гастарбайтеры, которые находятся в Европе. Вот они как раз сейчас порядка 30% денег нам приносят. Але ж зараз тенденция такова, что дуже багато людей залишаються вже саме за кордоном, тому що їм зараз невигідно сюди привозити. Там дешевше продукти і ціни дешевше. Ну, это потом. А пока они семью не перевезли, пока у них есть здесь бабушки, дети, внуки, которым нужно помогать, которым нужно отправлять деньги, чтобы они оплатили неподъемную вот эту коммуналку, там, за тепло и прочее, чтобы они смогли окна себе поменять, да, там, ремонт сделать квартиры. До этого времени мы пока держимся. Ну, это же умное правительство поменять, что нужно такой подход менять. А глупое правительство, как наше. Мы распродаем последние заводы, сейчас поставили же на аукцион последние 120 заводов стратегических. Это ракетно-космический наш комплекс, это Днепропетровский Южный машиностроительный завод. Мы сейчас это отдадим, то, что в Советском Союзе нарабатывали весь этот научно-технический потенциал. Отдадим за 3 копейки. Сейчас атомную электроэнергию мы тоже даем в частные руки. Ну, это вообще умопостижимо. А потом, значит, нам Маркарова будет рассказывать сладкие обещания о том, что мы поднимем экономику, через 3 года откажемся от кредита МВФ. А погасить сначала кредиты мы чем собираемся? Мы сейчас отдаем 40% бюджета в качестве процентов по кредитам и берем на ту же сумму, на 400 миллиардов, берем снова кредитов. Так через сколько лет мы рассчитаемся? Ну для кого эти сказки рассказывать? Ну, например, смешно. У них ближе 2-3 роки держава має погасити перед своїми кредиторами близько 24 мільярдів доларів.
А где эти деньги? З яким чином, як ви вважаєте? Тобто за чий рахунок? За чий счет? Это все очевидно. Ну, уже Гончарук заявил о том, что наши промышленники денег в бюджет не вносят. Ну, из всего там, да, там нашего бюджета, там 1,2 триллиона. Все наша промышленность, ну, олигархи, которые скупили все за бесценок, все наши заводы, они в бюджет пополняют всего 105 миллиардов, 115, я извиняюсь, миллиардов гривен. То есть это десятая часть. А 90% платят налогоплательщики. То есть вы, я, идя в магазин. Вообще люди забывают о том, что бюджет, он формируется исключительно из налогов людей. Это наши деньги. И мы платим порядка, ну, с учетом косвенных, прямых и непрямых сборов, 70% от заработной платы. То есть мы 70% времени работаем на наше государство. Вот нас и дальше будут доить. Нам придумают новые налоги, новые сборы, новые поборы. Таким образом пополнят бюджет, уже, знаете, как совет, последнюю там шерсть достригают, и будут отдавать европейцам. Ну и себе чуть-чуть там будут брать. Ну не чуть-чуть, а львиную часть уходит на наши, на содержание наших 1,5 миллиона чиновников, которых мы держим на своей шее. Так что это единственный источник дохода. Мы. Олігархи не будуть платити, вони все шорти вводять. Це зрозуміло. Справа в тому, що, наприклад, якщо ми зараз очікуємо отримати від МВФ 5,5 мільярдів доларів, але ж за 2-3 роки майже 25 мільярдів ми повинні віддати. Тобто дуже багато експертів і економістів кажуть про те, що саме відкриття ринку землі і буде тим самим шляхом спасіння для влади і України. Да, ну абсолютно. Для розрахування збору. Абсолютно. А откуда ми ще візьмемо деньги? Заводи, які ми розпродаємо, їх не хватить. От недавно, 2 недели назад продали нефтеперевалочную базу за 200 миллионов долларов. Она стоит порядка миллиарда. За 200 миллионов продали, за бесценок там просто ее кому-то подарили. Заводы наши ничего не стоят, тем более их олигархи покупают, берут у нас же внутри страны кредиты, у нашего банка берут кредиты, покупают внутри страны. Ну, это же как в семье. Если вы знаете, у вас в семье денег нет, и вы там друг другу хоть что-то там передавайте из рук в руки, денег этого больше не станет, руки жирнее не станут. Соответственно, деньги должны прийти из-за границы. А из-за границы как они могут прийти? Ну, только открытый рынок земли. Поэтому понятно, что президенту сейчас Зеленскому объяснили, что если ты не хочешь, чтобы ты стал первым президентом, при котором случился дефолт, ну, ты открой рынок земли. Как бы люди повозмущаются, но зато не будет дефолта. Мы сможем еще там лет 5 прожить, а потом передадим просто вот эту разрушенную страну в преддефолтном состоянии другому президенту. Пусть он уже разгребается с этим. Ну, але ж я не думаю, що на дуже багато років вистачить цих інвестицій за рахунок землі української. Літ на 5 хватить. Літ на 5. Тобто одна каденція президента для цього вистачить. Да. А там хай прийде після нас хоч потоп. После нас хоть потоп, это же основной наш принцип. Ну, у нас в Украине два основных принципа. Ничего не знаем, моя хата с краю. И второй, после нас хоть потоп. Сейчас же люди активно начинают поддерживать вот эту идею продажи земли. Говорят, ну, мы продадим свои 2 гектара, сделаем ремонт. Ну, как бы мы эту землю, никакого отношения, что она у нас появилась, не имеем. И хотелось бы передать ее нашим предкам, чтобы наши дети, внуки пользовались этой землей.